концертном зале «Пенза» все, кто имел и имеет отношение к хореографии, хоровому пению, преподаватели, танцоры, певцы и музыканты, и не только они. Выступление Государственного академического Воронежского русского народного хора для зрителей не только возможность насладиться искусством, но и шанс поучиться чему-то новому. Коллектив с богатой историей, создан в годы Великой Отечественной. В нем сложились крепкие традиции и есть свои изюминки. У нас растанцованная, можно сказать так, расплясанная хоровая группа. У нас танцуют все, и девушки, и парни хоровые. То есть они поют и танцуют. Это основная отличительная черта Государственного Воронежского академического русского народного хора. Это настоящие эмоции, это дружный коллектив, это поддержка, это хорошее отношение руководителей к нам. Поэтому коллектив мне очень нравится. Воронежский русский народный хор колесит по стране в рамках тура «Мы – Россия». Это масштабный проект, большие гастроли. Национальные творческие коллективы демонстрируют культуру регионов. За 3 года участники программы, а это тысячи артистов, дали несколько сотен концертов.